Пришла я в ресторан Эль Халака, называется Fish. Рядом, прямо напротив рынок находится. И будем смотреть, что у них тут есть. Вот смотрите, вот прямо я здесь сижу. Сейчас вот рыбный рынок. Мечеть. Вход в рыбный рынок. Написано Эль Халака. Салаты. Это все в фунтах. Аперитивы. Фуд-салат. Так, вот супы. Сейфуд-суп я хочу. Однозначно. Рис-паста. В общем, цены, вот сами смотрите. Red Sea Fish. Здесь можно все попробовать. Все, что там. Видите, такая штука 175 фунтов. Здесь уже пошло на этом... На арабском, здесь на русском салат, салат с чесноком, майонезом, закуски, салат с морепродуктов, копченая сельдь, коктейли с креветок, соус тартар, супы. Я хочу суп однозначно. Детские блюда есть, красная морская рыба, сейчас не хочу. На китайском. Давайте вернемся. В общем, заказала салат из креветок и суп из морепродуктов. В общем, буду пробовать. Как выглядит ресторан? Такой приличный, вы знаете, симпатичный очень. Вот сейчас вот людей мало, можно посмотреть. Я в обед пришла. Еще, в общем, написано, что будет налог 14%. Ну, то есть, видимо, сервис за сервис. Несли вот так, смотрите, приборы в воде с лимоном.
Ну и водичку стандартно, как в Турции приносят сразу. Ну, по-моему, мои несут эти. В общем, лепешечки вот такие, смотрите, классные. И супчик, это просто мечта. Так я мечтала давно об этом супчике. Классная красота. Тут тоже непонятно, что это такое. Написано салат из креветок. Я есть-то не хочу, кушать вообще не хочу. Но хочу суп. И вот это все, короче, буду это самое пробовать. Вкусно. Что-то было сладкое, цитрусовое. Не поняла я, что это такое сверху. Ну, салат, как бы, я думаю, что не стоит своих денег. Какая-то капуста. И сверху тут несколько креветок. Капуста валится. Ну, вкусно, но ни смысла не имеет. Больше брать. Майонез с кетчупом и капуста. Друзья, лепешки просто потрясающие, просто нежные. Ну как, суп пробуем. Ой, как я мечтала давно об этом супе. Просто. Очень вкусно. Очень вкусно. Мир насыщенный такой, прям прелесть. Есть, в общем, суп там разный, с крабом, есть с креветками, есть просто с креветками. Я взяла с морепродуктами, чтобы рыба была. Приятного аппетита. Смотрите, здесь мидия есть. Мидия, там правда морковка затесалась, но мидия есть. И вот креветочки. Раз, два. Вкусно, нереально просто. Мне бы этого одного супа хватило вообще просто за глаза видеть. В следующий раз я буду только за супом сюда приходить. Салат был уже лишний, но я эту, конечно, его не доела. Там пекинская капуста. Почему так люди сидят здесь? Ой. Здесь тоже. Вот этот вход, этот вот рынок. Видите, прямо напротив. Это, я не знаю, туристы какие-то. Вот видите, принесли счет. Ну тут понятно, вот 202 фунта. Это вместе уже с обслуживанием. Вот 177 без обслуживания, 24 обслуживания и 202 фунта. Это уже в ресторане. Рыба так лежит. Красиво.